Фрунзе, 9 января 1975 года. На 6-е в клинике Ахумбаева была назначена очередная операция. 5-го Ахумбаева погибли в автомобильной катастрофе. Исаак Онойович, его жена Бибихан Исмаиловна, дочь Чинара, зять Эсен. Эти кадры операторы Киргизфильма снимали на свой страх и риск. Все знали, у первого хирурга республики были сложные отношения с первым в республике лицом. Это значило многое, но не все. Так прощалась с Исой Ахумбаевым его Киргизия. «Мне представляется, — писал Чингиз Айтматов, — что его личность является достоянием национального значения. Очень сложно говорить о таких людях. Дело в том, что суметь задумать что-то новое, большое, это одно, а суметь притворить это в жизнь и добиться ощутимого успеха, это другое. Эта трагедия показала медицинской общественности и организаторам здравоохранения и медицинской науки, какую огромную роль играет в развитии той или иной специальности талантливый энтузиаст своего дела. Он всегда был заводилой и в Ташкентском медицинском техникуме, и в Среднеазиатском медицинском институте, и в Комсомольской коммуне. Он и женился чуть ли не первым на курсе, и на первой пивуне студенческих вечеров, и на всю жизнь, до самых последних минут. Он окончил институт 27 лет и был назначен заместителем наркома здравоохранения Киргизской ССР. Это сразу дало масштаб проблем, связанных со здоровьем и благополучием народа. Это учило мыслить широко и ответственно, как и достойно сына земли, пробужденной к новой жизни. Жить стало лучше, жить стало веселее. С этими словами вождя пришел год 37-й. Все было, как у многих-многих других. Арест, 2 года под следствием. А то, что вышел, дело случая или судьбы. Киргизский мединститут. В дни выборов здесь отдавали голоса за великого кормчего, за светлое будущее. Отдавал и он, безвестный ассистент госпитальной хирургии. Надо было жить дальше. Надо было надеяться и верить. В 1948 году Иса Ахумбаев становится директором мединститута, доктором медицинских наук, ученым, чью деятельность народ Киргизии смог оценить самым практическим образом. Три основных направления можно выделить в его работах как ученого. Это вот именно проблемы эндемического зоба, огромные широкомасштабные экспедиционные
обследования населения, которые проведены буквально во всех районах Киргизии, даже соседних республик. Вот своей энергией, своим организационным талантом, мне кажется, что Исаак Иванович способствовал решению этой проблемы. Эхинококоз животных и человека – это следующая проблема, которой живо интересовался академик Ахунбаев. В Киргизии этот гельминтоз – это заболевание паразитарное человека, да и животных, было исключительно широко распространено. Я уверен, что группе Исаака Ивановича Ахунбаева ему лично удалось намного снизить заболеваемость именно целой системой, опять-таки, экспедиционных обследований противоэхинококковых мероприятий эпидемиологических, которые принесли свой результат. Его имя становится известным большой медицине. Он возглавляет советскую делегацию на Конгрессе хирургов в Дублине. Он председатель первого съезда хирургов Средней Азии и Казахстана. В декабре 1954 года Иса Ахунбаев утверждается президентом Академии наук Киргизской ССР. «В его становлении как ученого, — писал Чингиз Айтматов, — я вижу коренную закономерность развития народа, революционную эпоху, вхождение нации в сферы новых знаний и, в первую очередь, познание собственной сущности, здоровья людей, что является первым шагом в развитии культуры и науки». Его деятельность как депутата Верховного Совета СССР была обращена не только к народу вообще, но в той же мере к живому, конкретному человеку, кем бы он ни был. «Я нахожусь в туберкулезной больнице вот уже 5 лет. И не учусь. Отец и мать умерли. Прошу вашего ходатайства, чтобы определить меня в такой детский дом, где бы я могла учиться и лечиться. Милая Варварочка, еще раз направил ходатайство перед Министерством здравоохранения. Когда получу ответ, я тебе сообщу. Профессор Ахунбаев. Дорогой наставник, друг, профессор Ахунбаев. Благодаря вашей помощи получила путевку в Крым, в санаторий. Письмо ваше получила. Благодарю вас за память обо мне. Варвара Баранникова». Уважаемый профессор Ахунбаев, я врач, хирург, Шубладзе Борис Константинович. Нахожусь в ссылке в Долгомостовском районе Красноярского края. По амнистии 53-го года с меня снята судимость. Я имею право жить и работать в любом городе. Но по привычке тянет в Среднюю Азию. Я представляю вашу занятость, но если сочтете возможным, черкните мне. Никаких преступлений не совершал. Являюсь честным советским патриотом. Вера в человека. Она питала его веру в себя. Она давала друзей и единомышленников, верных в радостях и в печалях. Казахский институт экспериментальной хирургии. Не без причин переехал в Алмату один из лучших учеников Ахунбаева, Сейтхан Дюшибаев. Я бы даже сказал, я очень рад. Наконец-то наступило время оценить его по достоинству, его дела, действия, мысли, идеи, которые он старался, в общем-то, превратить в жизнь. Наверняка это даже связано, может быть, с настоящим временем, которое наступило, которую мы называем перестройкой, гласностью, демократией. Я так понимаю. Из черт, которые его отличала, это была его открытость и честность. Прямота такая. Голая правду он мог говорить и перед маленьким, и перед большим, перед руководителем, перед простым работником. Вот это правдивость его, по-моему, в какой-то степени прямота такая, черта его, в какой-то степени помешала
ведь шел по тому пути, вплоть до открытой специальной институты на той базе, которая работала. И этот коллектив, с тем, которым я начинал работать, при Сакановиче и после его смерти очень тяжкие годы. Этот коллектив мне очень дорог, и иногда бывает минуты, мне хочется вернуться. Такие же клиники, как во Фрунзе, в Киргизии, есть в сотнях городах Советского Союза. Но почему, вот вы задумайтесь, почему именно во Фрунзе создан был образцовый центр сердечно-сосудистой хирургии, который очень много внес оригинального, нового, не только в деятельность хирургов Киргизии, не только в медицину Киргизии, но и во всесоюзном масштабе. Нам было очень обидно видеть, что после смерти Исаака Ноевича дела пошли в Киргизии все хуже и хуже. Дело в том, что была совершена очень серьезная ошибка. Их взяли и подчинили кардиологам. Причем очень интересная ситуация, когда мы говорим, понимаете, что вот дела идут хуже, нас начинают уверять, что нет, они идут лучше. Место аварии. В ту ночь был сильный туман и гололед. Туман и гололед застойных лет, волевых решений, когда все изо всех решало одно лицо. А письма все шли, шли, и ответить на них было некому. Ага Иса, одна и последняя надежда на вас. Здесь весы жизни и смерти. Или счастливое будущее моего сына и нас, родителей. Ага Иса, мне 21 год. У меня порок сердца. Но я так хочу жить и воспитывать свою дочь. Я прошу вас. Ответьте мне. Было время, когда и ему нечего было ответить этим людям. Ведь он занимается совсем другими проблемами. У этого мальчика врожденный порок сердца. Он обречен. Оперировать? Ни один хирург Средней Азии и вообще Востока не решался еще на этот шаг. Но ведь и в Москве делают такие операции. Значит, ехать учиться. В 50 лет президент Академии наук за парту учиться с молодыми и у молодых. Ныне в Киргизии сделано 2200 операций на сердце. И первые, самые первые, сделаны им, Исой Ахумбаев. Так, давай нож, расширить надо. О, черт возьми. Исаак Анатольевич Ахунбаев, как хирург, был увлекающимся и неутомимым. Удивительная сила и трудолюбие восхищала нас, молодежь, которые многому у него учились. Уже во время операции мы услышали о том, что впервые в космос вылетел человек, это был Юрий Гагарин. Где-то в середине операции мы услышали о том, что первый человек, побывавший в космосе, успешно приземлился, а мы еще продолжали работать. Эти кадры из фильма «Клятва Гиппократа», вошедшего в Золотой фонд советского киноискусства. И эту операцию тоже не вычеркнуть из истории Киргизии. В глубине души храню я образ этого человека. Я б не дожил до этого времени, если б не он. 15 июля 1959 года
Сделал он мне операцию на сердце. Меня первым считают. Потом нашу односельчанку оперировали, Джунушеву Уул. После операции замуж вышла. 8 детей у нее. Иса, дарующий жизнь, означает в переводе это древнее имя. Ты сыт? Да. А погоди. С мамой разговаривал? Да. Ну как сердце? Хорошо. А аппендицит? Хорошо. Ну, у тебя здесь все хорошо, оказывается. Давай сердечко послушай. Хорошо. Сердцу болото нельзя излечить просто лекарствами. И здесь необходимо оперировать. Почти закончились сейчас исследования. Сейчас нам нужно ваше согласие. Операция очень сложная, поэтому мы с вами советуемся сейчас. Иногда он писал стихи для себя. Была такая потребность души сказать, выговорить заветное. Народ, я раб твой, не только трудом, но и кровью своей принадлежу я тебе. Я Иса.